Мишна 17. Раби Йоси омар, ие меман хаберах хабияв илеха кишелеха в хиткан эцмеха лимот тора. Шеина и Еруша лиха в коль масиха в ию лашем шамаем. Сказал Раби Йоси: дорожи имуществом ближнего как своим собственным, и готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. И да будет все твои поступки во имя небес. Сказал Раби Йоси: дорожи имуществом ближнего, как своим собственным. Следует разъяснить. Раньше мы учили, что Раби Йоси, какой он был благочестив, сказано в Бава Кама, что тот, кто хочет достичь уровня благочестивого человека, должен исполнять законы незики, ущербов, то есть отдалить себя от возможности причинить ущерб имуществу ближнего. Это очень интересный пункт. То есть отдалить себя от возможности причинить ущерб имуществу ближнего. И как сказано там же, благочестивые люди древности прятали осколки стекла на своем поле, чтобы не нанести никому ущерба. Поэтому именно Раби Йоси сказал: дорожи деньгами и имуществом ближнего, как своим собственным. Дорожи имуществом ближнего, как своим собственным. Рассказывается в трактате Бава Кама, 24 лист А, как однажды вместе ночлега благочестивого Маразутры у хозяина украли серебряный кубок. Маразутра увидел, как один ученик помыл руки и вытер их об одежду другого. Тогда он понял, что, видимо, это и есть вор, поскольку он не бережет имуществом ближнего. Он все взял его и стал быть ремнем, пока тот не сознался, что действительно украл кубок. Вот Раби Натан, глава 16, говорится, что человек должен оберегать имущество ближнего точно так же, как хочет, чтобы было сбережено его имущество. А вот слова Рамбама. Каждый обязан любить другого еврея, как самого себя, как сказано, и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Поэтому следует хвалить его перед его близкими и беречь его имущество, как свое, и относиться к нему с таким уважением, какого желали бы по отношению к себе. И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. В Мидраш Раба говорится о стихе: «Поставит Бог владыка всех душ руководителя народа». Мидраш спрашивает, почему этот стих приводится сразу после «дележа наделов в земле Израиля». Ответ таков: Моше решил, что пришло время ему попросить наследие для себя. Если дочери Цлофхада наследуют своему отцу, то и моим сыновьям полагается наследовать мое величие. Всевышний сказал ему: «Серегущий инжир вкусит его плод». Это из Мишлей. Твои сыновья сидели с удобством в то время, когда Иешуа служил тебе верой и правдой и оказывал тебе большой почет. Он рано вставал и задерживался допоздна вечером, расставляя скамьи и расстилая ковры в Бейт-Мидраше. Он достоин того, чтобы быть судьей и предводителем народа Израиля. И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. Что подразумевается под словом «и готовь себя»? Готовь себя, приобретая добрые качества характера, скромность, готовность уступать и любовь к людям. Тот, кто приобретет эти качества, приведет к тому, что окружающие будут любить Творца, как сказано в трактате Йома: «И люби Бога твоего, делай все, чтобы другие любили его, учи Тору и помогай мудрецам, и веди дела с людьми спокойно и благожелательно». О таком человеке люди говорят: «Счастливы его отец и учитель, которые обучали его Торе». Как прекрасны пути такого-то, который учит Тору, как достойны его поступки. О таком человеке сказано: «Израиль, через тебя я буду восхвален».
Но если человек учил Тору и находился среди мудрецов, но не ведет себя с другими людьми достойно, так как он заносчив, придирчив и раздражителен, люди говорят о нем: горе такому-то, что он учил Тору. Горе его отцу и учителю, которые обучали его ей. Смотрите, какие нехорошие поступки он совершает и как отвратительны его пути. О таком человеке сказано: говори им, это народ Бога, но из земли его уйдут. Зачем сказано, что Тора не передастся по наследству? Можно объяснить это на следующем примере. У одного человека есть прекрасный дворец, похожий на царский. Проходящие мимо поражаются красоте и величию здания, но когда обращает внимание на окна, очень удивляется, обнаружив, что в окнах нет стекол, а вместо них туда вставлены куски картона. Люди недоумевают у такого богатого человека, который может себе позволить такое грандиозное здание, нет возможности вставить в окна стекла. Но вот что отвечает им приближенный хозяину дома человек: я знаю этого человека, он очень беден. Это великолепное здание он получил наследство от отца, и он не может продать надел своих предков. Но когда разбилось стекло в доме, у него не было денег, чтобы позволить стекольщикам, чтобы позвать стекольщика и заменить разбитые стекла. А чтобы защитить своих детей от зимнего ветра, чтобы они не заболели, ему пришлось заделать окна картоном, пока Бог не пошлет ему денег, чтобы вставить в окна стекла как следует. Все это подходит как объяснение, почему в великолепном здании окна заделаны картоном. Но когда человек является знатоком Торы, однако при этом обладает дурным качеством характера, недостойным изучающему Тору, если он гордец, гневливый, придирчивый, скупой и так далее, это вызывает недоумение. И нельзя объяснить это тем, что знание в Торе он получил в наследство от отца. Ведь Тора не передается по наследству. Приобретенные знания в Торе зависят от труда и прилежания в учебе. Как сказано в трактате Мегила: если скажет тебе человек: я приложил усилия и нашел, верь ему. А если скажет: я не прилагал усилий и нашел, не верь. Как может быть, что человек, который приложил много усилий и стараний для изучения Торы, не привел в себе добрые качества, как подобает изучающему Тору? Это вопрос, на который нет ответа. И готовь себя к изучению Торы. Это похоже на то, как один богач шел по дороге зимой, в пасмурный день, когда дул пронизывающий ветер. Он увидел, как на углу бедняка в отрепях. Подошел к нему и спросил: почему ты не надеваешь в эти холодные дни теплую одежду? Бедняк ответил: что же мне делать? У меня нет денег, чтобы купить теплую одежду. Мне нечем укрыться от холода. Богач сказал: пойдем со мной, я одену тебя как следует. Они вошли в магазин одежды, и богач попросил принести для бедняка зимний костюм. Хозяин магазина посмотрел на него и обратился к служащему: иди и принеси этому человеку костюм 40-го размера. Тот принес. Богач сказал: пойди за занавеску и примерь костюм, который тебе дали. Тот зашел за занавеску и не выходил долгое время. Богач и хозяин магазина недоумевали, что он там так долго делает. Они заглянули за занавеску и обнаружили, что этот бедняк не пожелал расстаться со своим грязным отропьем и пытается натянуть костюм прямо на него. Когда он вставляет руку в рукав, другая рука выскальзывает из своего. То же самое происходит, когда он пытается надеть брюки. И так он уже долго пытается надеть костюм, и у него ничего не получается. Они сказали ему: что ты делаешь? Сними сначала свои лохмотья, тогда сумеешь надеть костюм. Таким же образом, человек, у которого есть гордыня, придирчивость и так далее, не может удостоиться Торы, которая подобна одежде, которую он надевает на дурные, неподходящие для нее качества. Сначала человек должен снять с себя грязные стрепья, и только потом сможет украситься короной Торы. Как сказано: справедливость надел я, и он оденет меня. Иов. И о таком человеке сказано: коины твои облачатся справедливость, и благочестивые твои вознесут песнь
это радостная песнь Торы. И готовь себя к изучению Торы, ведь она не передастся тебе по наследству. Раби Йосеф Бер Соловейчик, автор книги «Бейт Алеви», в молодости, будучи учащимся в Воложенской ешиве, слышал от своего дяди Раби Ицхака из Воложена многочисленные хвалы познанием в Торы и боговязни с Раби Шлома Клугера, а также хвалы его умения правильно вывести закон и применить его на практике. Раби Ицхак утверждал, что Раби Шлома Клугер является одним из величайших мудрецов поколения. Раби Йосеф Бер решил выполнить сказанное, отправляясь туда, где есть Тора, и поехать в Броды, в Галицию, чтобы сидеть в пыли ног этого великого мудреца и учиться у него рассуждению и выведению закона в частных случаях и общих. Он тяжело вздохнул, осознавая, что у него нет денег на дорогу из России в Галицию. Однако наши мудрецы благословенной памяти сказали в трактате Макот, человека ведут тем путем, которым он сам хочет идти. Это имеется в виду небеса. Однажды вечером, когда Раби Йосеф Бер пришел в синагогу на вечернюю молитву, он увидел новые лица. Это были проезжие, которые тоже зашли в синагогу помолиться. Он услышал отрывок из их беседы и оказалось, что они держат путь в Броды, а в Воложине они собираются только переночевать. Он тут же встал и подошел к ним. По одежде одного из этих людей он понял, что перед ним извозчик, и обратился к нему. «Я слышал, что вы едете в Броды. Поскольку перед вами долгая дорога, 3 дня и 3 ночи, то, быть может, вам требуется помощник, который будет заботиться о лошадях и давать им корм и питье. Кроме того, когда вы устанете и захотите вздремнуть, сможете отдать вожжи помощнику». Извозчик посмотрел на худое тело Раби Йосефа Бера и на его бледное нежное лицо и про себя решил отвергнуть его предложение. Однако он все же спросил, «Какую же плату ты хочешь за свои услуги?» Раби Йосеф Бер ответил, «Я не скрою от вас, что мне очень важно добраться до Брод, поэтому я готов работать бесплатно только за еду и ночлег, пока не доберемся с Божьей помощью до места». Ученик ешивы понравился извозчику, и он рукопожатием скрепили свои согласия на условия нового помощника, предупредив, чтобы не опаздывал, так как рано утром, как только закончится молитва в первом миньяне, они перекусят и тут же отправятся в путь. Раби Йосеф Бер пообещал ему и выполнил все, что тот сказал. Извозчик велел ему смазать колеса горячей смолой. Нежные руки Раби Йосефа Бера не могли вынести горячую смолу и стали кровоточить. Он накормил и напоил лошадей перед дорогой, после чего он, извозчик, и ехавший с ними купец, сели в телегу и отправились в путь. По дороге извозчик отдал ему вожжи, чтобы вздремнуть. Так как Раби Йосеф Бер все время размышлял о Торе и о том, что будет говорить Гаону Раби Шлому Клюгеру, лошади сошли с дороги и пошли по пустынному месту. Когда извозчик обнаружил это, он дал помощнику пощечину и крикнул: «Невежда, простолюдин и лодырь, твое место в ешиве, а не на козлах». Раби Йосеф Бер принял пощечину как должное и не отреагировал на ругань. Когда по истечении 3 дней телега прибыла в Броды, Раби Йосеф Бер сразу же, как был в грязной запачканной смолой одежды, с черными от смолы руками, пошел к раввину города Гаону Раби Шлому Клюгеру. Он представился как внук Раби Хаима из Воложина, но Раби Шлома Клюгер не мог поверить, что человек в запачканной одежде действительно тот, за кого себя выдает. Он подозревал, что тот лжет, утверждая, что является внуком большого мудреца, поэтому спросил, где же рекомендательное письмо от твоего дяди Раби Исхака? Раби Йосеф Бер покраснел отсюда и сказал, у меня нет рекомендации, но прошу вас выслушать новое понимание словом Рамбама, которое я открыл. Он стал говорить о построении и построил сложную логическую конструкцию, показав Раби Шлому свои способности, мудрость и эрудицию. Раввин города был очень впечатлен его словами и расстроился, что подозревал пришедшего зря. Он попросил Раби Йосефа прощения и пообещал оказать всяческую помощь все время, что тот будет находиться в Бродах. Чтобы загладить свою вину и сделать ему приятное, Раби Шлому предложил Раби Йосефу Беру дать в субботу вместо него урок в центральной синагоге Брод. По городу развесили объявление, что прибыл большой мудрец и что все приглашены на его урок. В городе было много изучающих Тору,
и все собрались послушать урок приезжего мудреца. Среди пришедших был знакомый нам извозчик. Когда он увидел Рава, дающего урок, у него потемнело в глазах. Только теперь он понял, кто помогал ему управляться с лошадьми, и кому он дал пощечину. Он не смог сдержаться и разрыдался. Люди, сидевшие рядом, удивились и спросили его, почему он плачет во время урока. Извозчик ответил, «Этот человек был моим помощником в поездке. Он держал вожжи и получил от меня пощечину за свое неумение управлять лошадьми. А теперь я вижу, что он великий мудрец тоже, и мне следует просить у него прощения». По окончанию урока извозчик подошел к рабу Йосефу Беру с трепетом и рыданием, просил у него прощения. Раб Йосеф Бер сказал ему, «Я прощаю вас, ведь если бы вы были меня за незнание Торы, то это, возможно, действительно было бы незаслуженные побои. Но вы бы били меня за неумение управлять лошадьми, а я честно признаюсь, что в этом я полный невежда. И да будут все твои поступки во имя небес». В Иерусалимском Талмуде, в трактате Хагига, приводятся слова Раби Акивы. В стихе «Конец лучше начала». Можно перевести как «Конец хорош сначала» – Коэлит. Сказал Раби Акива, «Конец хорош, когда он хорош с самого начала». То есть с самого начала действия, оно производится во имя небес. Пней Моше. Сказал Илиша бен Авуя, вот что случилось со мной. Мой отец, Авуя, был из важных людей Иерусалима. В день, когда мне делали обрезание, он созвал всех важных людей Иерусалима и усадил их в одном месте. А раби Лизара и раби Ишуа он усадил в другом месте. После трапезы все пели, танцевали. Сказал раби Лизар раби Ишуа, пока они занимаются своим, давайте мы займемся своим. И они сидели и занимались изучением Торы. С небес спустился огонь и окружил их. Пришел Авуя и сказал им, «Вы пришли сюда, чтобы сжечь мой дом?» А они ответили, «Не дай Бог, мы занимаемся изучением Торы». И было это радостно, как в день дарования Торы на горе Синай. А тогда Тора была дарована в огне, как сказано, а гора горит в огне до самых небес. Тогда им сказал Авуя, «Уважаемый, если такова сила Торы, то я посвящу этого своего сына, если он будет жив и здоров, изучению Тора. Поэтому, поскольку Авуя отдал сына изучать Тору не во имя небес, Тора не укоренилась в нем». И это же приведено в комментариях Тосафот. Поэтому потом Илиша бен Авуя, он стал вероотступником и перестал соблюдать Тору, потому что его отец изначально начал с неправильного начала. «И да будут все твои поступки во имя небес». Вот что писал Рамбам. Человек должен направлять свое сердце и все свои поступки только на познание Всевышнего. Когда он торгует или выполняет какую-либо работу, пусть думает не только о заработке, но и о том, что он заботится обо всем необходимом для тела. О еде, питье, крыше над головой, женитьбе и так далее. И когда человек ест и пьет, он должен делать это не только ради удовольствия, а чтобы держать тело здоровым, и чтобы его душа была готова приблизиться к Творцу. Ведь человек не может понимать Тору и преуспевать в ее изучении, когда он голоден и хворает, и органы его тела болят. И когда вступает в близость с женой, пусть делает это не только ради удовольствия, но и ради того, чтобы у него были сыновья, которые будут изучать Тору и, быть может, станут большими мудрецами в Израиле. И даже когда человек спит, он должен делать это для того, чтобы тело отдохнуло, и чтобы он не заболел. Если он будет болен, то не сможет служить Творцу в хорошем здравии, в уме. Тогда и сон его будет служением Всевышнему, да будет он благословен. И об этом сказали мудрецы, и да будут все твои поступки во имя небес. И это то, что сказал царь Шломо в своей великой мудрости. Знай его,
во всех путях своих, и Он сделает прямыми твои дороги. Это был конец главы 2, Мишна 17.